Вітаємо з перемогою, але, очевидно, вона не була вже такою простою, хоча і проти новачка грали. Але був момент певний, коли засумнівалися у Звитязі? Да, был момент по игре, я бы не сказал, что команда прям новичок, у команды были достаточно неплохие игроки, индивидуально в первую очередь. Вот. Мы пытались не смотреть на предыдущую игру, мы видели, что команда, наш противник сегодняшний достаточно много пропустила, вот. Но у нас как бы сегодня был основной настрой, это не смотреть на игру, выполнять то, что нам говорит тренер. Вот. Ну и пытались... Из ошибок что? Ну, спешили сегодня. Надо было не так спешить, более уверенно держать мяч. Это сегодня, к сожалению, практически не выполняли. Ну, а так, в целом, для первой игры, для входа в сезон, неплохо. Скажіть, будь ласка, а чи не забагато ви сьогодні не забили, особливо в першому таймі? Ну, это для нас большая проблема, на самом деле. В прошлом сезоне у нас была плохая реализация. Мы сейчас над этим работаем. Да, было... Много моментов, к сожалению, не получилось реализовать. Ну, надеюсь, что на тренировках отработаем и будет лучше у нас реализация. Кого вы выделили сегодня в команде? Ну, наверное, того, кто нас больше всех забил, это Саша Лысюк, хладнокровно так реализовал свои возможности. Ну и в защите Андрей Колесниченко тоже отлично отыграл. Ну и вратарь, конечно, неоднократно нас спасал. Женя, молодец. Ну, в целом, вся команда сегодня отыграла на уровне. Я не сказал бы, что кто-то там сильно выпадал из игры. Вот. Ну, Женя пенальти привез. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что мне со стороны казалось, что он успел поставить бедро. Вот, то есть, и нога попадала в бедро, то есть он не играл опасно. По крайней мере, так выглядело Славки. А как на самом деле, я думаю, суде, наверное, виднее. С перемогой. Спасибо большое.